Учитывая, что в прошлый раз проторговка после коррекции продолжалась 154 дня, можно предположить, что осталось всего 5 месяцев, прежде чем цена XRP больше никогда не будет стоить ниже 92 центов. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня я купил очередную пачку XRP. Я это не планировал, но решение все-таки не было спонтанным. Почему я это сделал? Посмотрите это видео до конца. Сегодня я также хочу обсудить вопрос, что XRP больше никогда не будет стоить 10, 20, 50 и даже 90 центов, как ни странно. Что означает, что если кто-то не купит сейчас, то больше никогда такого шанса не получит. Я хочу поговорить о правомерности такого предположения, которое я не раз встречал в комментариях под своими видео. Я провел некоторый анализ и могу сказать, что люди, которые так пишут, в какой-то мере имеют основания делать такие прогнозы. И возможно именно поэтому я докупил сегодня днем XRP на небольшую для себя сумму. Кстати, я решил помочь кому-то из вас, если вы еще не приобщились к криптосфере, приобщиться к ней. Я отдаю 100 токенов XRP, для этого вы должны поставить лайк, написать комментарий с адресом XRP и подписаться на оба моих телеграм-канала. Ссылка на них будет в прикрепленном комментарии. Если у вас нет адреса XRP, можете зарегистрироваться на Binance по ссылке в описании и получить его там. Через пару дней, если мы наберем 3500 лайков, я выберу один из адресов с помощью сайта Random и отправлю на него 100 XRP. Так вы станете частью криптосообщества совершенно бесплатно, и я надеюсь, останетесь с нами надолго. Особенно актуально это для новичков, которые боятся рисковать своей сотней долларов. Итак, я подумал, как бы так попроще объяснить вам, почему я решил еще раз докупить XRP прямо сегодня. Я даже видел несколько видео, в которых говорили, что Ripple XRP больше никогда не будет стоить ниже 1 доллара после следующего булрана. Я хочу добавить свои 5 копеек в их рассуждение. Честно говоря, я даже могу в это поверить. Я решил проанализировать прошлые ситуации, в которых цена Ripple демонстрировала похожее поведение. Например, этот взлет в начале 2017 года. Перед ним цена токена XRP была всего 0,05 доллара. На пике она торговалась уже на отметке в 43 цента. После этого откатилась до приблизительно 1 цента, то есть потеряла более 70% стоимости. Сейчас Ripple XRP после взлета потерял более 40% стоимости, если что. Идея в том, что в прошлый раз после этого взлета цена Ripple XRP так и не вернулась к 0,05 доллара за токен, даже после мартовского обвала, когда она достигала 12 центов. Также мы видим, что в этом цикле после взлета и массивной коррекции XRP находился в стадии консолидации 154 дня, когда цена болталась в пределах определенного коридора, который обозначил красными горизонтальными линиями. Под конец этого коридора произошел массивный всплеск в конце 2017 года. 154 дня проторговки, это чуть больше 5 месяцев. После этого цена взорвалась. Самое крутое, что после этого цена XRP больше никогда за всю историю так и не упала ниже уровня отката по Fibonacci 0.236. Запомните этот уровень. Собственно, вот этот уровень тянется через весь график, красная линия, видите? И лишь во время мартовского провала цена XRP почти его коснулась, но все равно такой цены с начала 2017 года так и не было. Давайте теперь прорисуем сетку Fibonacci от пика крайнего цикла до его дна. По аналогии с предыдущим всплеском цены, который мы только что с вами рассмотрели, после которого Ripple XRP так никогда и не вернулся к отметкам ниже уровня отката по Fibonacci 0.236, мы можем увидеть, что после следующего булрана XRP он никогда не вернется к отметкам ниже 92 центов. Учитывая, что в прошлый раз проторговка после коррекции продолжалась 154 дня, можно предположить, что осталось всего 5 месяцев, прежде чем цена XRP больше никогда не будет стоить ниже 92 центов. Особенно интересно, что 92 центов Ripple XRP достиг 25 ноября на бирже Coinbase. Конечно, потом откатился. Я снимал об этом видео. Очень странное совпадение, 92 цента.
1% и там, и там. Так что прогнозы людей, которые говорят о том, что XRP после следующего всплеска цены может никогда не стоить меньше доллара, не лишены смысла, как видите. На самом деле, еще больше уверенности в этом добавляет факт, что тот взрывной рост в 2017 году был результатом всего лишь хайпа. Тогда не было так много фундаментальных причин, как сегодня. К примеру, новая финансовая система на тот момент была какой-то теорией заговора, а сейчас это реальный факт. Dusty BC у себя в Твиттере пишет: 59 центов – отличная возможность. Ripple находится в бычьей фигуре, целью которой является 65 центов. Это неплохой краткосрочный прогноз. Аналитики соглашаются, что цена Ripple XRP предлагает лучшую возможность для покупки. Ripple XRP, как и весь крипторынок, находится на коррекции, но нашел поддержку на 55 центах. Аналитики соглашаются, что сейчас Ripple предлагает резонную точку входа перед продолжением роста. Да, я тоже нахожусь в их лодке, но напоминаю, это ни в коем случае не финансовый совет, как обычно. Это лишь мои мысли и действия, озвученные публично. Взрывной рост биткоина сигнализирует о начале новой криптопарадигмы. Да, действительно, новой. Это не просто рост на хайпе, как это было раньше. Это фундаментально подкрепленный взлет на больших институциональных деньгах, которые в условиях пандемии и ускоренной печати денег ищут способы защитить себя от рисков. И криптовалюта оказалась таким способом. Об этом я, кстати, предупреждал, наверное, месяцев 6. Итак, ребята, я рассказал, почему я сегодня купил еще немного Ripple XRP. В том числе заодно и объяснив, почему есть некоторые аналитики, которые считают, будто XRP никогда не будет стоить ниже доллара после следующего булрана. Не забудьте, ребята, что я провожу раздачу 100 XRP. Для этого нам нужно набрать 3500 лайков, а вам необходимо написать свой кошелек в комментариях. Также не забудьте, что осталось 2 дня до конца предпродажи моей книги. Сегодня и завтра. Предзаказать ее вы можете по ссылке в описании со скидкой в 50%. Кстати говоря, наверное, завтра я вам все-таки зачитаю отрывок из нее. А на этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, Телеграм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого.